Муниципальный центр культуры поселка совхоза имени Ленина представил программу, посвященную Международному дню танго. Ввиду того, что местный ДК закрыт на ремонт, мероприятие прошло в библиотеке. Послушать интересные истории о зажигательном танце и мелодии популярных композиторов пришли участники клуба «Золотая осень» и жители поселка. Танго – танец, который знаменит неимоверной энергией и четким ритмом. И чтобы донести его энергетику до зрителя, сотрудники Муниципального центра культуры использовали большую палитру выразительных средств. Здесь были и песни, и демонстрация видеороликов, и живая музыка, и рассказ об истории танца. На границе Уругвая и Аргентины, в бедных кварталах Буэнос-Айреса, куда съезжались эмигранты в поисках счастья. Счастья на всех не хватало, и его заменил танец. Особое место в концерте заняло исполнение известных произведений аргентинских, бразильских и советских композиторов. Мероприятие, на котором не умолкала страстная музыка, продлилось 1,5 часа и, вполне естественно, никого не оставило равнодушным.